Так, ладно. Идем на задание. Узнать, что случилось с учеником Смита, и спасите, если он еще жив. Так, куда меня нелегкая завела? Жирные читания. Ну так. Ну так получше. Ты видишь, тут пляшете. Ты, никто ничего не дропнул. Ты охренели, что ли? Я что с вами бьюсь-то? За прикол, что ли? Заяц, заяц, заяц! А-а-а! Поймай. Эх, ебать, нифига дамага. Охренеть. Я чуть не помер. Не то чтобы... Ну да. В общем, чуть не помер. Так, что сюда? А там что? Пацаны, здорово! Как жизнь? Нормально. Вот сейчас у вас жизнь прям вообще ништяк. Ни один хер ничего не дропает. Вы офигели? Ладно. Пойду по указателю. То куда-нибудь опять заведет нелегкая. Нету. Вот тут у этого лука, вот у этого, у него стоят, ну, я улучшил взрыва, ну, короче, взрывные, а, как они называются? Разрывные боеприпасы. Разрывные боеприпасы. Вот, так вот, я что хочу сказать-то? Слишком большая задержка с момента попадания до момента взрыва. Чуть ли не 5 секунд. Это очень много. Я бы раза в 3 укоротил. А вообще тут вот эти штуки должны взрываться. Котина, ты меня задел таки, а? Скотобаза. Так, куда мне идти? Сюда? Сюда.
Классно они сделали. Детонация. Эй, Кейт. Ло Уэнг, I'm so happy you're here. Не, он живой. The fuck happened? I am ashamed to say that I failed. Fuck up it. My pride made me overbold and I was captured. How can I get the key to this thing? That guard there has it. But be careful he does not raise the alarm. Alarm. Alarm я уже поднял, пацан. Не ссы. Это же на всю локацию один сплошной алярм. Так, ломите. Что? Тут же выход был вроде. Ладно. Что? Я точно помню, выход был. Ну или не точно, ладно. Хрен с ним. Сейчас так найдем. Ой. Слышишь, что ли? Здрасте, здрасте. Никого? Любят они сзади нападать. Хлебом не корми, дай меня за попу укусить. Здорово, чувак. Чувиха. Видал, что делает? Взяла, отпихнула меня. Блин, да, сопротивление у них, конечно, серьезное. Если без крита-то. Без крита-то. Если без крита-то, то они опасные твари. Так, у меня что-то с патрончиками уже трабл наблюдается. Что-то зеленеет. А, зайцы? То есть, сука. Эй, а дропнуть? Не? Опять хилка. На всю рожу. Где топает? Жирные.
5 патронов нет. О, это опасная тварь. Невозможное часто обладает качеством целостности, то есть тем качеством, которое не достает неправдоподобному. Тут записюльки иногда прикольные встречаются. Они как бы все мудрецами написаны. Некоторые вот как это бестолковое, ну не бестолковое, а занудное, я так сказал. А некоторые прям такие остроумные достаточно. Блин, ни одного сундука. Это вообще печально. Это вообще очень печально. Мне надо патрончики. Которые у меня сейчас кончатся. Ну не прям сейчас, но... Весело. Кто там рычал? Кто сказал мяу? Кто сказал сейчас? Так, мяу-мяу-мяу. Кто сейчас сказал? Вот я рыки слышу, а где враги, хрен его знает. Что творится? Патронов дайте, алё. Горожане, ёптать. Это типа вы так кричали, да? Ой, ё-моё. Кажется, это зря. Все сожрут прям легко. Хорош! Крольчатина едит твою мать! Like a fresh clip. Патроны откуда-то взялись. Хрен знает. Ладно. Не ясно, но пофиг. Я не против, в смысле. Че, дальше пошли? В ней опять какая-то сука меня пытается завлечь на свою территорию. А тут не поймешь, откуда шумят. Вот теперь уже откуда. А, вон он. Блин, зря я так сделал.
А крику-то крику, господи, типа крутой. Да ни хрена ты не крутой, ёптать. Лох и лох. Сундуков опять нет, офигели совсем, собаки страшные. Куда упал, хер знает. Главное, непонятно, куда дальше. Наверное, туда. Или нет? Или нет? Так, чё тут? Чё нет? Ебать, смельчак спрыгнул, хуй знает куда. Looks like this is in your year. Ой-ой-ой. Ладно, пофиг. Not the ugliest thing I've killed today. Почему на этом пистолете урона так мало? В смысле не мало, а крит редко срабатывает почему-то. Ладно. Куда идти? Не, вообще сундуков нет. В том прохождении вот на этих всех подмостях по одному сундучку достояло обязательно. Не. Да, в натуре. Ох, и жирные вы. Ох, вы жирные. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people? О, ключик. Я в первом прохождении поначалу искал найдет аспекты, не аспекты. Ну, как искал. Был рад. В этом прохождении я буду рад патронам, видимо. Хотя патронов-то хватает, вроде. Опять откуда-то 50 штук взялось. Ай, не добрыгнул. Не, ну сундуков реально мало. Блин, куда ты показываешь? Хрен знает, сам пойду. А сюда залезть? Thank you.
Ну, вон патроны вижу. Ты чё? Мясо. Свежее мясо. Так, тихо, где я видел эту фиолетовую хрень? Фак! Все, кончились, нет никого больше. Забираем патрончики. Есть, прям врыло. Ну, тут еще одни патрончики. Мне эти патрончики пока не надо брать, то они возьмутся, конечно, но статуэтка закроется. Опа, кто тут у нас? Оп. А вы не до хрена урон наносите, нет? Нормально? Норм вам, да? Son of a bitch. О, сундук. Чуть не прошел мимо. Так, почитаем. Умолять всемилосердие бессмысленно, но хорошо развлекает. В этом мире лишь очень немногие жабы-принцы, скрывающие свое лицо. А, патрончики. Гуд. Тут многие статуи разрушаются, кстати, и мечами тоже. О, заяц, заяц, заяц. Да, блин. Тут прикольные пухи, тут автомат Калашникова есть, ну, типа автомат Калашникова, но, блин, они что-то все какие-то неэффективные, то есть сколько я их не улучшаю... Может быть, надо еще раз попробовать. Их бы, конечно, в стихию можно попробовать зарядить, но...
тут у многих врагов, особенно дальше, защита от стихии стоит. Тут можно огненное оружие сделать, ледяное, электрическое. Да где крит-то, ё? А, вот на этих, по-моему, крит нифига не действует. Ну, то есть действует, но как-то совсем через раз. И ни хрена никто ничего не дробает, офигеть. Хрен на себе пропасть. А самое поганое, что они ни хрена не прорисовываются издалека. Или у меня настройки графики такие стоят, что они не прорисовываются. Ну, короче, издалека их не пощибаешь. Ладно, пофиг. Пойду дальше. Так, тут что-то светится. Ой! Ой, 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 паника. Странно, что этот дохлый оказался. Стрелял вроде по тому. Ладно. То есть вы не хотите сказать, что мне сюда, да? Там чё? Ладно, я далеко заходить не буду. Да, в смысле, далеко от пункта назначения. А то тут можно забуриться в такие дебри, что потом хрен выберешься. Они тут уже все проапгрейженные. Чего мне туда показывает идти? А цель там. Че, я так вот не могу пройти? Ну ладно, пойду так. Игре-то виднее. Как мне ходить? Оу! Ну я так знал. Жалко мне на вас патроны, ребята, тратить нормальные. А эти бесконечные. Эти не жалко.
Тут что? Почему мне туда показывает? Я не врубился. В обход, прям вообще в обход. Что-то как-то... Через пень-колоду куда-то. Сундучок, да? Сундучки надо собирать, они тут редкие. Где? Ага. Так. И... Куда дальше идти? Хэзэм. Кролики едят твою. Тут есть жабы еще есть, рыбы. Ну. Так, стоп, наверху есть сундук. Как туда пройти? Да. Не пройду я, наверное, ни хрена. Ладно. Специально за сундуком я, конечно, не пойду. Зачем меня такими странными путями ведут? Не лишай. Так, что тут? Как тут был уже? Нет? Не ясно. Найди. Не берите вашу маму. Игра. Что ты делаешь? Ты же только сориентировался. А ты такая, на тебе. А, вот и черт, я вспомнил. Вот что надо делать. О, Ireo, come in. Yes, Master Wang? I found your lost sheep. Ah, excellent. I'll be over to collect him shortly. Hey, be careful. Still a little rough around here. I will take the necessary precautions. Thank you, Master Wang. Master Wang? I could get used to that. Okay, kid, you heard him. He'll come get you soon. Ну? Все. Квест овер. Ай. Блин, да что такое? Вот в некоторых играх, когда. Ой, в некоторых местах, когда вот такое вот. Вот эти вот враги. Появляются, почему-то начинает жутко лагать. Я даже не знаю, с чем это связано. Не то за стенкой локация прогружается, не то чё, хрен знает. Да тут был выход, чего вы мне гоните? Что с другой стороны открывается просто. Ну, даже не знаю. Тут дело в том, что на уровне еще может быть монстрилы какой-нибудь. И с этого монстрилы может упасть что-нибудь полезное.
А может и не упасть, твою мать, заперта. Сейчас полдня выход отсюда буду искать. Ладно, хрен с ним. Вернусь сюда не раз. Пойду квест сдам. My student told me everything you did, Lo Wang. Thank you. Everything? Everything. I should be able to repair the damage you did to his training within, 2 years. Hey, I didn't mean to offend. I can be a dickhead sometimes. We all have our own path. You are not called to the silence. To pursue it would be folly. This, way of the Wang you spoke to him about? The way of the Wang is long and hard and ribbed for her pleasure. I see. Well, good luck with that. На этом все. Пока-пока.